квартире сделали перепланировку, теперь хотим ее узаконить. Подскажите, пожалуйста, как это сделать? Человек должен сначала обратиться в муниципальные органы с заявлением, с просьбой о переустройстве там, или перепланировке своего помещения. Получить разрешение на перепланировку, а после этого уже выполнять какие-то работы. Люди, не зная всяких там тонкостей архитектуры, строительных там возможностей этого своего помещения, они могут нарушить несущие конструкции сооружения, что может привести к плачевным последствиям. Вот. И дабы чтобы этого избежать, то лучше сначала обратиться в компетентные подразделения, которые выполнят и проект, и сделают все расчеты, и выдадут соответствующее разрешение на перепланировку. Если человек уже, допустим, вложил очень много туда средств, потратил, и он считает, что он этим самым не нарушил несущие конструкции сооружения, там никому не помешал, никому это не принесет вреда, то это помещение может быть оставлено в переустроенном или перепланированном виде, но только по решению суда.